В Белграде скоро появится улица, названная в честь сербско-российской дружбы. Демократическая партия страны уже собрала 5000 подписей, чтобы переименовать одну из улиц города в улицу сербско-российской дружбы. Так она и будет называться. Сегодня активисты рассчитывают убедить подписаться под петицией еще 5000 человек. И, мне кажется, совсем не против. Улица сербско-российской дружбы – это по-настоящему хорошая идея. Такой улицы у нас еще нет. Это еще бы раз доказало, как тесно мы связаны, в том числе исторически. Я поддерживаю эту идею обеими руками. Я думаю, что это отличная идея. Сербы и русские всегда были вместе. И история показала, что только Россия наша братская страна. Всегда нас защищала и помогала нам. В тексте петиции рассказывают о двух знаковых российских лидерах в истории Сербии. Это Александр II, который помогал спасти страну от турецкого гнета, и Владимир Путин. Авторы петиции отмечают, что в мире сейчас крайняя нестабильность. Европу трясет от терактов и беженцев, а Россию пытаются задушить экономическим кольцом санкций. Переименованием улицы хотят показать крепость и нерушимость дружбы обеих стран своим детям и внукам. Отметить, что в Сербии Путин является одним из самых любимых мировых политиков. Когда он посещал Белград, сотни тысяч сербов встречали его как отца родного. Более того, даже лидер страны Томислав Николич признал, что Владимир Путин, несомненно, победил бы на сербских выборах.